Москвичи, не спим, работают украинские партизаны. В Московской области партизаны движения АТЭШ уничтожили станцию спутниковой связи Р-441 «Ливень». Как сообщается, станция спутниковой связи размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин, Московская область. Уничтожение Р-441 «Ливень» значительно нарушило систему управления 584-го полка и, как следствие, ослабило систему ПВО всей Московской области.